Начало отопительного сезона в режиме ЧС. Власти Камня на Оби готовы к радикальным мерам. Только с вводом режима ЧС город получит уголь к сроку. Закупка без конкурса, значит, без временных затрат. Но этот объем, почти в 2000 тонн, лишь отодвинет проблему. Финансов у нас, как я понимаю, нет. То есть фактически, кто у нас будет опять поставщиком угля, как будет осуществляться контроль за качеством угля и как будут производиться расчеты. Вопрос угля острый. Прошлую зиму его жгли больше из-за плохого качества. И поставщик в этом году не изменится. Кузбасс уголь сбыт. Но выбирать топливо будут после проведения экспертизы, заверил председатель комитета ЖКХ Виктор Попов. Сейчас власти обговаривают поставку первых 13 тысяч тонн, а нужно 50. Но кто будет вести тепловую сферу? На существующий МУП оформляют банкротство. Долг компании 100 миллионов рублей. Власти собираются регистрировать новый и повысить тарифы. Более реальный вариант получить вам новый тариф – это попытаться зарегистрировать новый МУФ и на него получить тариф. И поэтому было принято решение о его регистрации. Но дойдет ли он до отопительного сезона, это будет известно в течение ближайшего месяца. Сейчас каменцы платят 1846 рублей за гигакалорию при себестоимости в 2500. Два года обсуждений вопроса ни к чему не привели. Готовы были поднять депутаты, все готовы, ну просто под какую компанию? Это депутаты говорят сейчас. Прежде одни ссылались на заботу о кошельке жителей, другие на системность проблемы. В крайнюю летнюю сессию больная тема даже не вошла в повестку. Необходимо разобраться и ответить на все те вопросы, которые ставят депутаты по пережогу угля, по электроэнергии, это по долгам по электроэнергии. Те, кто занимается пережогом, говорят, это вот, дескать, котлы старые, сети плохие, ну и воруют. В Камне на Оби 34 котельных. Оборудование половины, так называемые самовары. Срок эксплуатации давно вышел. К началу отопительного сезона готова половина котельных. Этим летом город купил 19 котлов. Они поднимут эффективность вдвое. Но реально начать отопительный сезон сегодня смогла бы лишь одна котельная, где есть электрогенераторы. В остальных котельных света нет. Город должен энергетикам 26 миллионов рублей. Подшипники меняем, смазываем оборудование. А чтобы проверить оборудование, у нас нет электроэнергии. То есть я не могу запустить ни двигателя, ни прокрутить ничего, ни опрессовать трассу. Работаем с Алтайкрайэнерго. Сейчас они готовы забрать часть дебиторки у нас. Повышение тарифа, оно необходимо. Просто на сегодня работать с этим тарифом просто невозможно. Я еще раз говорю, мы те деньги, которые нам принесут с этим тарифом, мы даже сможем только уголь купить, все. Каменцы на перспективу платить больше реагируют негативно. Зимой в домах некоторых температура не поднималась выше 15 градусов, а стоило такое тепло 3000 в месяц. Но необходимость роста все же понимают. Полный список нужных мер должна помочь определить специальная правительственная комиссия. Она создана для мониторинга ситуации. Но то, что начало отопительного сезона в Камне на Оби пройдет в Аврале, уже понимают все. С торгами уголь поступит в город в начале октября, а свет появится, если появятся деньги для оплаты долга. Или если поставщики энергии вновь пойдут навстречу. Анастасия Дороган, Александр Антропов, наши новости.